вам можно? Здравствуйте. Вы на собеседовании? Да, я хочу стать секретарем. Тогда давайте посмотрим, насколько быстро вы убираетесь. А это что? Следующий! Неудачник! 20 минут спустя. Здравствуйте. Как-то вы странно выглядите. Покажите свою руку, нет ли у вас татуировок? Нет, с чего вы это взяли? О, еще 20 минут спустя. Здравствуйте, я мама. Заткнись и слушай сюда. Посмотрим, как ты справишься со стандартными обязанностями секретаря. Подайте детям цыгане пропитание. Ха, нет, пошли вон отсюда. Еда. Нет, это частная территория. Вы не имеете права. Следующий. Женщина, которая идет бездомные цыгане, неудачница! О, вернее, еще 20 минут спустя. О, тебе достанется самое обычное. Просто принеси мне кофе! Ну, где там? Еще 20. Стоп! Еще 20 минут спустя! Серьезно, ну нафиг! О! Ну а что вы умеете? Что? Выносить мусор, вытирать столы, пускать клиентов и принимать их звонки, да и в конце концов приносить гребаное кофе! Вы приняты! Ура!